победы, невероятный матч, отличная атмосфера. Каким он был со льда сегодня для вас? Большая победа, конечно. Два поражения не сиделось хорошо для нас. Мы хотели просто выйти сильно и хорошо вышли, и потом хорошо выставили. Что сегодня можно по матчу сказать? Потому что вроде бы вели в счете, многое получалось, но соперник все-таки начал дожимать в третьем периоде. Ну, это хоккей. ЦСКА один из сильных команд в лиге. Мы знали, что они обратно будут толкаться. Так что мы поддержали. Конечно, пропустили, но ничего. Мы хорошая команда, у нас есть достаточно, чтобы выиграть такие игры. В овертайме ожидалось, что обе команды, возможно, будут голкиперы снимать. Насколько вы готовились, потому что ЦСКА элемент использует. Насколько вы готовы были, что надо идти как раз-таки в прессинг, пытаться отнять шайбу? Да, я знаю, что они любят тоже снимать ретар. У них Федоров, тренер, вот так начинал в предсезонке вот так делать. Так что мы ожидали это. А на самом деле просто хорошо получилось. И да, пошел на добивание, и все. Последний матч в овертайме, ну именно вы отличаетесь, это какой-то специальный секрет или просто трудолюбие, и вы просто, знаю, стараетесь идти вперед? Я не боюсь большой момент, я хочу помогать моей команду, и просто нужно шанс взять в овертайме, и я шанс взял.